Следующее время, прошедшее риторическое время на чак. Тик, чок, чик, аффиксы. Нажик, жик, жок, жик. Выражает категорическое утверждение, напоминание о том, что действие было уже совершено в прошлом. И чаще всего сочетается со словами «пэ» и «чоп». «Пэ» — это «ли» переводится, «чоп» — как «ведь». Например, «берзик мен чоп». Я же уже дал. То есть вопросительный акцент этого предложения затем переходит в утверждение. Я ведь уже дал. Изменение по лицам. Точно. Очень легкое. Перзик пенчоп, перзик сенчоп, перзик чоп, перзик писчоп, перзик слержоп, перзик чоп. Изменяется только показатель лица. Пример еще. Альцукпе. Брал ли он? Также пе переводится как еще. Разве? И разве? Альцукпе. Разве он брал? Барзукпе. Разве он ходил? Вот таким вот образом переводится. Отрицательная форма тоже образуется очень легко присоединением аффикса ба, па, в зависимости от согласного конца основы. Перзик п, отрицательная форма. Бербезик п. Бербезик п. Он же не давал, переводится как. Албазик п. Он ведь не брал. Албазуппа. Парбазупчоп. Он ведь не ходил.